Всего за неделю сотрудники ГИБДД зарегистрировали 187 нарушений правил дорожного движения. Обгоны, управление авто в пьяном состоянии, игнорирование пешеходов. Не обошлось и без столкновений. Так, 22 марта около 4 дня на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не смогли разъехаться «Лада Гранта» и «Лада Ларгус». В результате водители получили испуг, а вот автомобили придется ремонтировать. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части является административным правонарушением, предусмотренным частью 1 статьей 12.15 Кодекса об административных правонарушениях и влечет за собой наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. Сотрудники ГИБДД напоминают, не пренебрегайте правилами дорожного движения. А если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия, либо владеете информацией о пьяном водителе, сообщайте об этом по номеру, который на вашем экране.